Всем привет, и сегодня я вам покажу свою книгу про Шаню, которую я написал вчера. Вот так вот она выглядит, на ней очень красивая обложка. Вот солнце, вот Шаня, вот дерево, вот цветы и трава. В облаках я написал книгу про Шаню. Как вы видите, я просто сделал обложку из картонной коробки и приклеил туда бумагу. Знакомство с Шаней. Вот тут написано «Знакомься, это Шаня, собака». Вот игры с Шаней. Шаня очень любила играть. И вот нарисовал Шаню. Ласка Шаня. И Шаня любит, когда ее гладят. И тут кто-то гладит Шаню. Наверное, это я или кто-то другой. И она говорит тут, как будто я тебя люблю. Вот. На места, где нет картинок, например, вот здесь вот, я приклею наклейки с собачками. И все. И покажу, и сниму видео, я покажу книжку в готовом виде. Еда Шани. Шани любит кушать. И вот она тут сидит, вот ее еда. Она как будто говорит, вкусняшка. Прогулка Шани. Шаня на прогулке гоняет голубей. И вот я как будто тут голуби нарисовал. Я его просто сделал черным. Вот Шаня гуляет, вот поводок. Кто-то ее держит. Мытье Шани. После того, как Шаня отмылась, она отряхивается. И вот она отряхивается. Бррр. Сон Шани. Шаня спит под кроватью. И вот она спит. И вот немножко автора Андрей Арсенович. И конец. Такая вот интересная. Ну что, понравилась эта книжка? Если понравилось, то пускай это видео наберет хотя бы просмотров 20. И уж точно больше 5 лайков. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.